Блин, мы столько этого ждали, как это не откомментировать? Блин, ну я не знаю, я волнуюсь, это же как в рождественский подарок. Eventually believing it's true. A lot of people here for one could be you. It's outrageous and ещё ничего нет, но уже кончитос. Tell me what you would do with no phones or pages, no Kinkos, no FedEx, and no ATMs. What you gonna do when the police stick begins? Well, it already. Нифига себе! Мы это не растамаживали. Этого не было в инвойсе. Да ладно. Приколись. Передний супер сюда зафигачил. Офигеть. Так я не знал, что он придет? Да. Его не было в эти Jupiter. Ну и в принципе то, ради чего стоит жить. Чтоб на ней лежало, ну тут нет, говорится. Туда вот ее надо запихивать. Это песня. Мучительные месяцы ожидания, бессонные ночи, огромное количество имейлов, переговоров и первый праздник к нам пришел в гараж. Эмоции уже, конечно, все кончились, потому что это все в первый раз. Это кто когда-нибудь это испытывал, он меня поймет, это очень круто. Вот, теперь у нас есть работа, теперь у нас есть некоторое понимание, очень нам поможет новый баг. Потому что, как я и ожидал, с тем узлом, где состыкуется баг с нашей крышкой, происходит изменение, и теперь нам нужно все делать как бы уже исходя из того, что мы имеем. Вот, и замечательно, мы можем продвинуться и по выхлопной трубе, мы можем продвинуться по фильтрам и всему остальному. У нас есть большой набор всех прокладок для нашего двигателя, поэтому если цикл нам позволит, мы сможем его перебрать. То множество маленьких мелочей, в основном для выхлопной трубы, подвески. Также очень приятный сюрприз, которого не было в инвойсе, я не знал, что это придет в этой покупке. Это наш передний суппорт от Performance Machine. Как я и говорил, как я ожидал, с приходом бака узел, где у нас соединяется крышка, бак и седло, стал для нас более понятным. Следовательно, мы сделали красивую форму, ушли от наших углов, потому что у нас очень изящный бак, и делать сзади заостренную крышку совсем нелогично. Вот, поэтому мы приблизительно пытались повторить гладкие контуры. Формовочка у нас достаточно хорошо получилась. Это сейчас грубый вариант. Все зашлифуем, зашпаклеем. Будет все очень достойно и красиво.